подробности. Прямо сейчас. Говорим о Рижском зоопарке, который сегодня представил новую концепцию развития. И фактически можно сказать, что Рижский зоопарк превратится, ну, в целый парк развлечений. Да, он превратится в парк развлечений. И мы хотим, чтобы вы после этого сюжета приняли участие в нашем опросе и ответили на вопрос, каких развлечений не хватает в Риге вам. Телефон прямого эфира 67227440. Звоните, пожалуйста, после того, как закончится беседа с нашим уважаемым гостем. А сейчас с нами на прямой видеосвязи находится Янис Рудзитис, председатель правления Рижского национального зоопарка. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, во что стремится превратиться наш зоопарк и чем он станет? Самая наша главная стратегическая цель зоопарка, чтобы зоопарк стал ценностью города Риги. Да? Каждый себя уважающий город Европы хочет, чтобы его зоопарк был одним очень привлекательным объектом для и для местного населения, и для всех туристов. Вы сказали парк развлечений. Я бы сказал, зоопарк стремится парк приключений. Приключений даже. Не, да, поскольку наша самая главная концепция этого мастер-плана 2035 – это географическое приключение для всех посетителей всех возрастов. Видите, он планируется разделить по географическому принципу, начиная с Гималаев, с Тибета, да, потом Африка, Австралия, Евразия и так далее. И каждый посетитель увидит не только животных, которые обитают в конкретной среде, но и то, какие там растения, какие там особенности, какой там климат и так далее, скажем так. Это чтобы тенденция, чтобы посетитель оказался в том географическом месте и осуществил те чувства, те запахи, звуки, которые относятся к этому региону. Ну, еще один такой интересный момент, который планирует реализовать Рижский зоопарк. Сейчас, ну, как бы мы привыкли, что зоопарк принято, по крайней мере, в Риге, посещать летом. Эта концепция предусматривает, что туристы смогут посещать зоопарк в абсолютно любое время года, и им там абсолютно не будет скучно. Как вы планируете это реализовать? Вот это тоже одна фундаментальное отличие от нынешней ситуации, да, чтобы мы хотим, чтобы зоопарк стал всесезонным. Не секрет, что сейчас на данный момент почти 80% посетителей у нас посещают летом. Но мы хотим это делать Рижский зоопарк for seasons zoo, да, чтобы было и внутренние экспозиции побольше, да, и, скажем так, и коллекция будет развиваться в таком стиле, чтобы побольше было животных, которые активны в несезонное время, скажем так, чтобы в каждом времени года посетители могли найти что-то новое, что-то интересное, чтобы и зимой, скажем так, или в сером осенью не было бы что посмотреть, а не так, чтобы было, скажем так, половина экспозиции пустые. А эти вот работы, о которых сейчас вы говорите, они будут идти в течение какого времени? И есть ли какие-то вот эти рубежи, когда будет готово участие? То есть с чего вы собираетесь начать? Когда вы будете это представлять? И когда вообще будет проект полностью готов и представлен вниманию жителей Латвии? Ну, как Рига никогда не будет готов, так и зоологический сад все время будет развиваться. Но если мы будем говорить о рамках мастер-плана 2035, то, скажем так, конец этого проекта мы планируем приблизительно в этом 2035 году, то есть это около 12-13 лет. Работы, скажем так, про планировки уже начинается уже сейчас. И первый, вообще весь проект состоит из 7 этапов, которые будут посредственны, частично параллельно. Не будет такой ситуации, чтобы зоопарк превратится в стройку,
И, в принципе, они так по кругу будут идти. Да, какая-то часть будет закрыта, но это, скажем так, основную коллекцию особенно влиять не будет. Первый этап, который называется Гималай, мы уже разрабатываем и так думаю, что, скажем так, первый укол лопатой будет во второй половине следующего года и конец 24-го, может быть, начало 25-го. Думаю, что я бы хотел, чтобы мы были при открытии Гималаев и тибетской этого поселка, village, да, и, скажем так, и, ну, потом и параллельно будет и Африка, Австралия и так далее. Но, скажем так, первый этап называется Гималай символический. Я бы это назвал, чтобы это вершина, которую, если мы покорим, то мы будем готовы, у нас будет система, чтобы идти дальше по всем этапам. Но правильно ли я понимаю, что в 2035 году уже должны рижане и гости столицы увидеть окончательный вариант этого проекта, но на протяжении этих 12-13 лет людям все равно будут представлять что-то новое, 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 как раз вот по ходу строительства, да, на территории зоопарка? И именно, скажем так, через какие-то, при позитивном раскладе дел, через каждые 2-3 года у нас будет новая магнитная экспозиция, которая, ну, радикально вы можете посещать новый континент или новое географическое место. Какие новые животные появятся в зоопарке, если появятся? И вернутся ли слоны? И вернутся ли слоны? Главный вопрос. Да. Не знаю, что главнее, но оба важны. Я бы тогда насчет слонов я отвечу, но кротко и в конце, если. И, в принципе, будет обновлена 1/3 коллекции, которая будет новая добавлена. И начну Гималай, скажем так, самое интересное магнитное животное, по нашему усмотрению, будет снежный леопард, который очень, очень активный, привлекательный. Также, вот, не знаю, как по-русски называть, «Дзелтан кахла цауна», вот, извиняюсь. Ну, мы сейчас так сходу тоже не переведем. Да. То, что... И то, что хотим... У нас очень много посетителей спрашивают, когда вернутся медведи. Ну, вот уже первым... этапе в Гималае будет черный азиатский медведь, который очень привлекательное, интересное животное. Так и скажем, и в дальнейшем, как бы, всех я не буду пересчитывать, это возьмет довольно-таки много времени, но тоже нам, один из наших новых символов мы планируем, что будет носорог, который большой и аттрактивный, еще это гепард, как бы, который и Пондур Нилзеркс. Вот я бы хотел главный. Насчет слонов, концепция этих не предусматривает. И скажу сразу, чтобы поставить все точки над «и» над этим вопросом, если мы хотим качественную экспозицию слонов, то это займет почти половину территории зоологического сада. Mm-hmm. И это не эффективно, не рационально, и вообще, скажем так, идет разговор, что через лет 10-15 уже будет рекомендация слонов уже больше с нуля не делать экспозиции. Вот то животное я нашла, это желтогорлая куница. Ну, это все. Ну, я даже и первый раз, я вот смотрю картинки, я не видела. Ну, я знал, что есть куница, но что есть желтогорлая. Теперь я тоже знаю. Это был Янис Рудзитис, председатель правления Рижского национального зоопарка, который рассказал нам про планы развития зоосада. Господин Рудзитис, большое спасибо, что к нам присоединились. И пусть все идет по плану, самое главное. Спасибо, и проходите, гости.
спасибо. Ну, интересно, конечно, да, как это все будет выглядеть в итоге, да, очень интересно будет посмотреть. Ну, остается дождаться 2035 года, всего ничего 12-13 лет. Но некоторых животных мы видим уже раньше.